Здравствуйте! Вас приветствует Академия торгов по банкротству. В этом видео я покажу вам объект недвижимости, на который сейчас открыт прием заявок. А также вместе с вами оценю возможную прибыль от покупки. Итак, переходим на Федресурс. Должник у нас общество с ограниченной ответственностью Аквамаркет. Меня на данный момент интересует лот номер 6. Это земельный участок общей площадью 1322 квадратных метра и магазин продовольственных товаров с пристройкой 850 квадратных метров. Объект расположен в Кемеровской области, город Мыски. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, поэтому я предлагаю переместиться на Google карты. И вот что мы видим в итоге. Это тот самый магазин продовольственных товаров, который представлен на торгах. Мы можем осмотреться, мы можем пройтись по улице, посмотреть район, в котором расположен данный объект. Вот мы убедились, что такое вообще здание есть, посмотрели, как оно выглядит визуально, очень даже симпатично. Давайте перейдем на саму площадку и более подробно ознакомимся с информацией о лоте. Смотрим на цены, которые нам предлагают. Мы видим, на первом этапе цена составляет 21 миллион 578 тысяч рублей. Уже в августе цена на это же имущество может опуститься до 2 миллионов 157 тысяч рублей. Очень большая разница, конечно, но мне интереснее сравнить эту цену с рыночными ценами на подобные объекты недвижимости. Для этого я перехожу на avito.ru, я заранее занесла параметры, это площадь, то что торговое помещение, и смотрим. Цены, конечно, разнятся, 36, 25, 4500, 9900, меньше 4, я здесь даже не вижу. Но что меня поразило и заинтересовало больше всего, сейчас я вам покажу. Когда я параметры ввела Кемеровскую область, посмотрите, что мне выдало. Торговое помещение 865,7 квадратных метров, цена 8990. Если мы посмотрим на фотографию, то мы с вами узнаем тот магазин продовольственных товаров, который мы только что с вами смотрели на Google картах. Это тот самый объект. Давайте сравним адрес на всякий случай. Да, город Мыски, Советская, 25А. А как такое произошло? Это просто один из приемов, которым учат на курсах торгах по банкротству по методу Шерлока Холмса. Брокерская компания выставила этот объект недвижимости по цене ниже рынка, а выкупит тогда, как только найдется реальный покупатель и оставит задаток на это имущество. Давайте оценим потенциальную выгоду от покупки данного лота. Вот цена, за которую можно продать данное имущество. Это цена ниже, чем рыночная. Мы только что видели цены. И посмотрим на цены. Не будем брать минимальную. Давайте возьмем, к примеру, 6500, если мы купим вот на этом этапе. 2 516 511 рублей. Очень интересное предложение. Это прибыль, которую можно получить. Спасибо за внимание. С вами была Академия торгов по банкротству. Если вам понравился такой формат видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, а также не забывайте поделиться этим видео с тем, кому оно может быть полезным. А если вы хотите научиться совершать выгодные покупки на торгах по банкротству, но не знаете, с чего начать, то ждем всех на бесплатном мастер-классе для начинающих. Ссылка на запись будет внизу. Всем отличного настроения, хорошего дня и, конечно, выгодных сделок.